Всем привет, друзья, это игрушка Hayden Fox. Фолкс, наверное. Это интерактивная инди-игра, где надо находить нам нарисованных человечков. Ну, звуки тут лютые вообще, ёба. Какой типок с бананом ходит, блядь. Так. Ни хрена. Блядь, то ли это обезьяна, блядь, то ли... Так, в кустах там нет... Это птица, блядь? Это ее голос? Обезьян какие-ки, блядь. Блядь, в дупле спрятался, что ли? Еще двоих надо найти. Вон, в кустах сидит. Змея. То есть у нас... Так, нам надо найти чувака, змею, лежачего чувака и банан. Банан, банан, банан. Да заткнитесь вы, блядь, сука, обезьяны. Блять, вот они же висят, ёптки палки. Так, мы все нашли, остался тут, джунгли зовут, блять. Ёпы мать. Так, нам надо найти. Это кто? Я лечу, петушок какой-то. Так, отдыхающий чувак с гитарой. Какой-то алкаш, не знаю. Так, чувак хавает банан. Медведь. Блять, это петух или с бананом? Ай, блять, с бананом. Так. Яйца. Цыпленок. Ящерица. Ящерица с дилетант, блядь. Любитель птиц. Так. Ядрёна. Нихера джунгли, блядь. Можно приблизить. Нихера тут племя, блядь. Так, вот он один, походу. Есть. Да, тут нужна лютая внимательность. Вот это что такое? Вот он ты, ублюдок. Нет? Нет. Яйца? Яйца ништяк. Рыбы. И, блядь. Так. Так, уточка. Блядь, тут в большом таком количестве во всем теряться начинает. О, змея. Змея. Нет, змея не нужна.
А, блядь, это кто такой? Блядь, ему плохо совсем. Ящерка. Так. Блядь, да парень с гитарой. Песни гитаристки могут растопить сердце мужчины и рептилии. Это типа подсказка? Куропатка, ёб твою мать, как оно там спряталось в писе в каком-то? Блять, змей. Чи-чи, парень в лодке. Что там делаешь, блядь? Это кто такой? Джейсон Вурхис, блядь. Так, 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 так. Где же может быть-то? Так, сколько мы нашли? Троих всего? Охренеть. О, кто-то зависает. Любитель птиц, ништяк. Что там делал, блядь? Так. Вот он, это чувачело. Мы его нашли, где водопад. Да. Его надо было отметить, ёлки-палки. Так, остается ящерица. Обезьяна. Вот же ящерица такая же, похожая или меньше, нам нужна, я точно не знаю. Куропатка, блядь. Сука, это не крокодил, это мутант, панда, блядь, а не медведь. Так, мы открыли новую область. Деревня на деревьях. Так, надо выкосить бамбук. Yeah.
Еще шестерых надо найти. Так, стоп. О, блядь, это кто такой? Вот он. Блядские обезьяны. Ящерица. Чувак с гитарой, где он сидит вообще? Стильная Соня считает, что сон наверху деревьев самый крепкий. Наверху деревьев зависает, значит. Так, о, это фламинго, блядь, какой-то. Наверху деревьев. Ёлки-палки, блядь. Так. Могут растопить сердца мужчин и рептилий. Так. Сердца мужчин. Там, ну, у костра она может сидеть, да, у нас получается. Где еще? И возле водоемов. О, это... О, петушок, блядь. Да, наш петушка нашли. Блядский гитарист. Вот она. Ну да, как я так и понял, в лагере, так я и сказал. Так, остался, это кто? Онна, стоило быть внимательнее на уроках тайчи. Блять, а при чем тут это? При чем тут тайчи? Тайчи — это боевое искусство. Блять, не совсем понятно, где его найти. Так, это кто? Другие обезьяны молча зовут банану трону короля. Так, банановый трон. Банановый трон. Где он может быть? Ну, явно должен быть на дереве, раз это обезьяна, блядь. Вот он. Да. Король Кики. Вот, куча бананов. Так. На уроках тайчи, бля. Вот это я не понял нихрена. Так, ящерица смеется над дилетантом, который пытается поймать бабочку. Ага. Вот типок пытается поймать бабочку, или он просто прыгает, я не знаю. Где-то должна быть ящерица. Но не факт, что именно в этом месте. Они тут до хрена везде прыгают. Ящерица. Так. Ящерка, ящерка. А, бляха. Вот есть ящерица, но тут нет никакого дилетанта. Тихо.
А, вот она, он, ну, этот, блядь. А почему тут тайчи, там, ну, он, то, что духовное, там, воспитание обычно, и что, равновесие, что ли? Господи, что-то тут не вяжется. Ладно. Ящерка, ящерка. Вот, пытается поймать. Вот, чувак пытается поймать. Ящерица где? Вот, чисто с этим. Сачок, или как он там, я забыл. Блять, ящерица. Не вижу ящерицу. Так, надо запомнить, что в этой области. Блять, случайно, причем случайно нажал. Вы все нашли. Вот она на кустах прям сидит. Вот здесь, где я тыкаю. Так, нашли всех. Погнали дальше. Здесь ничего не нужно искать. Помогите парню пройти дальше. Что, тут не пройдешь или пройдет? Пройдет. Так, как ему помочь? Ага, вот что. Давай, друган. Ну-ка, воронье, блядь, разлетелось отсюда. Блядь, кто это орёт так, блядь? Надеюсь, нас панда за это не поломает. Так, ладно. За то, что мы весь бамбук выкосили. А, он сейчас встанет, и мы поднимем мостик, и он перейдет, я так понял. Или нет? Нет. Да что тут сделать-то? Так, так, так. Вот финиш, я так понял. Он пойдет сюда, сюда пройдет и все. Мне вот интересно, тут какая-нибудь логическая составляющая существует, нет? Так, так, так. Это змея, я так понял. Yo, yep, yep.
О боже мой, как все просто было. Блять, я вниз ее тяну. Взять палатку. Найдите еще четверых, чтобы открыть следующую область. Гитара отлично ладит с качелями. Вот качелька, вот гитара. Так. Чувак прыгающий. Он в кустах сидит, я его вижу. Эйден найден. Так, алкоголик, кто не едет, блядь. Элла проверяет надувной матрас. Для кого, интересно? Ладно. Сто пудов в палатке зависает, нет? Да. Что она там делает? Злодей потирает свои грязные ручонки. Теперь Элла уж точно не найдет свою расческу. Бугага, блядь. Злодей протирает свои ручонки. А, расческу, блядь. Чурак, чувак, потирающий ладони, это не ты? Так, приблизить уже нельзя. Может, он здесь закопал? Да, точно, блядь. Грёбаный варюшка. Так, палаточный городок пройдено. Погнали. В палаточный. О боже мой. Вот это ядрёно. Вот это да. Бз-бз-бз-бз-бз. На пасечника Пита напали пчелы. Дружище, хватит воровать мед. Не херли за медом, и не, тебе не придется от них отмахиваться. Так, где-то есть мед у пчел. Летучая мышь. Монстр Моан наблюдает за людьми издалека. Каково это быть одним из них? Если бы мыши задавались этими вопросами. Давай. О, о! Пасека. Пасека, да? Напали пчелы на пасечника Пита. Блять, вот здесь. Ох, да с первого раза прям. Нифига ништяк. Hello. Пускает всех бабочек, которых ловит. Поэтому их тут так много. А ты чё прикалываешься? Это самое ядрёное, наверное, что надо будет найти. На дровосеку Флэку предстоит грандиозное испытание. Пика надеялся, что на природе его оставят в покое, но нет, единственная Wi-Fi точка стоит около его палатки. Надеюсь, Wi-Fi точку мы найдем. Так, душевая. Все сливается, боже мой. О, есть какая-то очередь в туалет. Соответственно, где-то... Во, Wi-Fi нашел. Значок Wi-Fi, там... Стой, стой, стой. Блять, этот Пика. Около его палатки. Он в палатке. Вот он. Ништяк. Пика найден. Сегодня солнце светит слишком ярко, даже по меркам стильной Sony. И что?
Он должен жариться голышом или что? О, что за... Что за бутылек? Во! Это ты? Жарится под солнцем. Есть, стильная Соня найдена. Банан припарковался в корзине с фруктами. Непросто. О, бля, вот это я случайно, конечно, черный хрум. Ништяк. Иван тайком пробрался к кемпингу в багаже. Да, в багаже, но теперь не знает, как выбраться. Так. Это кто такой маленький? Этот паук любит полакомиться грибными мошками. Грибные мошки? Заяц. Это что? Свиньи вот-вот найдут трюфель. Бля, где поросята? Что тут закопано? Вот она, летучая мышь. Монстр Мо. Найден. Так, где поросятки? Поросятки. Пасека. Пожарился на солнышке, блядь. Дровосек Флэк. Вы открыли новую область, заняться фермерством. Нет, останемся пока здесь. О, поросятки. Так, они найдут трюфель. Вот он. Вот он наш трюфель. Банан припарковался в корзине с фруктами. Корзина с фруктами. Это явно не корзина. Вот это биток, блять. Вот это я им концертик устроил. Все, хорош. Йо-йо, давай, качни. Вот они, бабочки. Так. Блять, а где он? В багаже этот чувак у нас. Кемпинг. Лопата. Вот здесь, поди. Вот здесь пойдем. Здесь? Вот тут. Да ладно, твою мать.
Как выбраться? Так, какого черта, не понял? Вот он, блядь, он подобрался к нему, а я тут уже искал. Так, нормально. Черепашка Рафаэль загорает на солнце. Ёлки-палки, блядь. Черепашка загорает на солнце. Лютая херня. Так. Черепашка, блядь. Эти все качают, блядь. Давай посмотрим тут что. Hello, hello. Нашли, кто отпускает у нас бабочек. Есть. Блять, это собака, блять? Похоже, это волк-то. У нас остается банан, черепаха. Блять, случайно я пропустил, конечно. Найдите еще три, чтобы открыть следующую область. Фермер Уэйт ответственно подходит к работе менеджера по наблюдению за урожаем. Вот он. Виллы против сена. 0-1. Так, хорош лить. Немного воды и заботы превратят саженцы в редкий цветок. Давай, давай. Цветочек есть. Виллы против сена. 0-1. Как это понимать? Как так-то, блядь? Стой. Вот они, блядь, скирот. Больше фермерства. Погнали. Воу. Ладно, друзья, тут мы становимся уже хорош. Игрушка вообще прикольная. Забавная, очень такая необычная. Так что увидимся еще в ней же в следующей серии. Всем спасибо и пока-пока.